Европа переживает самый большой наплыв мигрантов со времени Второй мировой войны. Новости о беженцах, штурмующих границы ЕС, не сходят с передовиц ведущих мировых СМИ. Такие газетные заголовки, как «Европа борется с самым тяжелым кризисом с беженцами», повисли вопросом над головами лидеров европейских стран, актуализировав социально-экономические, культурно-исторические вызовы. Ужасающие кадры отчаявшихся людей, идущих на крайний риск, чтобы спастись от смерти и безнадежности, застали европейские институты врасплох. Среди трагических кадров – фотографии утонувших детей, ставшие своего рода символом трагедии населения региона. Но даже угроза быть поглощенными морской пучиной не останавливает людей. По данным Missing Migrants Project, начиная с 2015 года в Средиземном море уже утонуло около 3000 человек, пытавшихся добраться до берегов Южной Европы. Люди гибнут, однако миграционный поток не ослабевает. И этот поток уже давно стал кормушкой для грязного бизнеса разношерстных мафиозных группировок, занимающихся человеческим трафиком. Эксперты выделяют 4 основных маршрута прибытия беженцев в Европу. Западно-среднеземноморский через Испанию, центрально-среднеземноморский через Италию, восточно-среднеземноморский через Грецию и Болгарию, западно-балканский через Венгрию и Словению.